Вот, друзья, смотрите, жимолость. Сегодня 11 июня. И наша ягодка созрела. Вот так вот она выглядит. Вот. Вот они, ягодки такие. В предыдущем видео про жимолость я снимал. Было 1 июня. Вот прошло 10 дней. Все, она готова. Ее пора убирать. Начали воробьи ее клевать. Вот еще одна. Ну, для наглядности, как вам показать? Вот мой палец. Вот такая вот ягода. Примерно сантиметра полтора, сантиметр есть, два. Дальше ее держать на кусту смысла нет. Есть еще вот одиночные, которые не созрели. Так как она, когда начинает перезревать, она начинает опадать. Вот еще покажу. Вот, да. Вот такая выжималась. И вот все везде вот так вот усыпано. Вот у нас осы появились. Вот надо вот это осиное гнездо убирать срочно. Иначе будут неприятности. Вот они. Ну вот весь куст вот такой. Такая грозди несет. Вот они, грозди. Это у меня отпугиватели.